2014 года в Подмосковье решают проблему бродячих собак по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Бирка в ухе уличного животного может быть любого цвета. Она свидетельствует о том, что собака прошла карантин, обработана против паразитов, привита против бешенства, стерилизована и ей под кожу введен микрочип с индивидуальным номером. Если вы видите на улице собаку, у которой нет такой бирки, сообщите на портал «Добродел».